Это займет 3 секунды, а сделаете очень круто. Видели? Видели. Поставьте тайм-аут в комнатах. Чуть-чуть было. Что я за игру? Давай, я же улучшил тебя. Видите, он магия китайца. А у меня магии еще нет. Я же броню улучшил, он мне меньше сносит. Естественно. Естественно, с первых раундов уже кидается. Ничего не удивительного. Как? Все. Просто меня бесит отшельник, ненавижу. Видите, я его тут вообще не могу пробить. Я просто офигею. Я верю в тебя. Реально бесит, ребят. Похоже, я его на видео не пройду. Пройду, может, но с пятых раз. Потому что это реально сложно. Когда у тебя надо еще прокачать на один раз шлем, на один раз броню за 20 тысяч. Естественно. То есть, нового от тебя ожидать. Я помню, раньше в четвертом классе в конце третьего я проходил боссов. Ну, вообще, как бы я старался. Что ты творишь? Я не успела даже вот эти кинуть штуки. Тебя. Все. Короче, ребят, в ближайшее время у нас будет стрим, мы будем зарабатывать на эти. Его чуть-чуть осталось. Хоть что-то. Мы будем зарабатывать на улучшение брони. На последнее улучшение брони, шлема и последнее улучшение этих, которые кидаются. Забыл, как называют. И тогда уже недельки через две, неделя, где-то не знаю точно, может, еще один буду на выходных стараться играть. На неделе две, чтобы вышел вот этот видосик, думаю, как я его точно выиграю. Потому что сейчас я очень не уверен. А видите, он какими-то разными кидается. Давай, давай. Видите вот этот молоток, типа? Так, ребятки, вы скажете, да, ты можешь слить. Но я это не сделаю. Я все. Я сделаю все ради победы. Типа как патриот. Видите, он уже хотел становиться грозой такой. Лучше бы вы это не видели. Ай. Надо всегда не упускать его, потому что... Давай. Давай. Не успеваю. Нет. Да. Давайте. Не успеваю. Что происходит? Становится читером, когда вы ведете у него. Читер? Ненавижу читеров. Помните, когда я смотрел у Тейл Блокнет, Fortnite или PUBG? Я выбирал Fortnite. Да потому что в Fortnite нету лагов, багов и читеров. Потому что есть читеры, но их очень мало. А вот в PUBG одни. Так, все, не заговоримся. Заговоримся. Бьем без остановки, бьем.
И забью, и забью. И вы помните, сколько у меня вот в прошлом раунде осталось еще, как мало хп? Я тебя не отпущу. Ты не уйдешь от меня. Надо суперудар какой-нибудь. Да-да-да-да. Не радуемся раньше времени. Ай-яй-яй. Да. Можно я тебя убью? Ребятки, поверьте, я очень сильно страдала, когда пытался снять видео, когда у меня не было на один улучшено оружие, на X3 было, а не на X4 улучшено. Я так просто орал, просто, как он читер. Спасибо тебе, отшельник, что ты мне поддался. Ладно, не поддался, держался крепко, молодец, отшельник. Но я тебя сделал, потому что я кто? Правильно, стример. Я стал стримером, потому что мой друг говорил, то, что если у тебя есть хотя бы одно видео на ютубе, ты ютубер. Хоть один стрим, логично, значит, ты стример, да? Фух, ребятки. Да, денег не дают за него, но за него дают опыта. Очень много опыта. Ребятки, это был самый лучший стрим. Хоть он длился не так много, 52 минуты, но я вот эти последние 10 минут, последние 10-15 минут так запомнил хорошо. Отшельник, для своих лет ты прекрасно владеешь техникой боя. Хорошо, я открою тебе свой секрет. Но ты должен выполнить одно мое поручение. Мясник, главарь банды из соседнего города, угрожает мне. Он хочет узнать мою тайну. Избавься от него. Сослужи старику службы. А теперь иди и сей разрушение на своем пути. Зеленая печать, новая какая. Ну вот и видео подошло к концу. Думаю, вам понравилось. Мне тоже очень понравилось, да. Что-то я только через, да, буквально, да, реально через 2 или через 3 недели только начал снимать. Хотя и прошел на ночном стриме, потому что его мало кто видел. Так что, ребятки, давайте... Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, а с вами был Савчик Вот, Савчик Вот на стриме, было 2 Савчика Вот сегодня. Значит, всем удачи и всем пока-пока.